И всем привет, друзья, вы на канале Крафт. Перед тем хочу, чтобы ты подписался на мой канал, если не подписаны, поставьте лайки, колокольчики, написать комментарии. И при этом просмотр. Сегодня ролик будет об этом, но мы начинаем. И сегодня будем играть за персонажа, женского персонажа, такого как Санчес. Она неплохая, вы видите такую сборку, но сборка очень сильная и имбовая до сих пор. Имба считается, но сейчас уже мало кто играет в Strike Force Illustrated, только я играю и часто играю. Это такая, ну, могущественная сборка, и никто не сможет вас попросту победить. Только вы их можете победить с помощью этого. Также хотел бы дать советы для новичка, для тех, кто играл или кто сейчас играет. Если вы не умеете, там, допустим, на два пистолетиках играть, вы не умеете играть этим, и слабо урон наносят, не получается убить противника, и противник вас одолеет, то советую брать снайперские винтовки, такие как этот вмешатель. Этот и легендарная, ну, такая снайперская винтовка, вот это. Вот эти советую брать, но не советую брать. У них урон слабый, и слабо они и попросту не смогут одолеть противника. Поэтому советую брать эти, которые смогут одолеть противника. Ну, если у вас есть золотые оружия, такие как у меня, то ставьте. И советую пистолеты это ставить. Этот, допустим, эти три пистолета. Или этот. Ну, в общем, сами выбирайте. Это для новичка. И рассказываю. Вот. В принципе, дал советы вам. Так что поехали. Мы должны протестировать, ну, показать, как вообще тащит эта имба. Имбу уже использую. Вот у меня громкость стоит, чтобы вам было слышно. Так, выбираем карту. Так, битву. Вот так ставим. Введём код отряда. Я тестировал код. Там один персонаж женский. С такой же винтовкой, как у меня. Но я ожидал, что там 5 таких будет, их вообще невозможно будет победить, а там еще те, но уже послабее. Но ничего, в целом это про код отряда говорю, вы сами увидите, когда бой начнется. Ставим этих и все, поехали. Ну вот у нас этот, блин. Ничего, в следующий раз получше одолеем. Так, погнали. О! Блин, не попал. Ой, Санчес, давай хорошо играй, тащи. Так. Да вы издеваетесь, два джиггернаута с огне этими, как называется, огнетушитель у них, и два джиггернаута таких желтого цвета, ну или такого скина, и они на друг друга похожи и одинаковая сборка, вот в чем отличие. Они не отличаются, они одинаковые сразу же. Одинаковые они, и их можно считать клонами. Ну, у игрока такого попалось, в принципе. Так, аккуратно все, чтоб не упало. Неплохо так Санчес завалила всех. С помощью снайперской винтовки. Да отвалите вы, джиггернауты. Вы сами видели, они реально похожи. Не понимаю, для чего это. Может, не хватило оружия, поэтому поставил эти. Ну, понятно все теперь.
Блин, не заметил. Ой, отвлекаюсь, отвлекаюсь. Надо как-то ее завалить. Она сильная, у нее сборка, как у меня, в принципе. Ого, активировала. Она активировала этот стрелок. Да ё-мо, мне этот инженер достал с золотыми базуками. Он стреляет и убивает с одного удара. Медик еще какой-то. Оп, завалили ее смертную, опасную. Опа! Блин, я не заметил. Жаль, что патроны быстро заканчиваются. У этой снайперской винтовки мало патронов. Есть минусы. 7 хп. Все, победа, одолели. Ну что же, видим, сборка работает отлично, все. И тащит она неплохо, примерно так. Мне уже 700 это. Я без читов, если что, играю. Я реально зарабатываю. С помощью в боя играю долго и все. 1003 дней. Пожелайте мне удачи. Возможно, дойдем до 2000 дней. Кто знает, кто знает. Но это еще не все. Сейчас мы в смертельном битве будем играть. Какую карту выберем? А, не знаю. Наверное, эту. Ну, протестировать, как она на самом деле будет тащить. Итак, ребят, вы готовы? Ведем под отряда тот же самый. Сейчас я чуть-чуть отодвину. И экран, возможно, побольше сделаю. Еще чуть-чуть. Как-то вот так. Ну все. Бой начался. Поехали. Жестко она урон наносит, этот медик. Зараза, патроны закончились. Чем я буду стрелять? Вот этим глушителем, но попробую. Блин, мне кажется... Ого, неплохо. Глушителем убиваем, ребят. Ой... С огнем тушителя убил меня джернаут. Оп, все, обезвредили ее. Зараза, сейчас меня кто-то может стрельнуть. Вот этот чувак с базукой. Оп, все, активировал способность. Ой-ой-ой! Фух, успел убить глушителя, но уже поздно, он меня уже убил. Этот джернаут с одним тушителем. Я не понимаю, зачем сборку, она бесполезная. Не будет он вообще тащить. Если не нубить, конечно. Так. Вот зараза, сзади она оказалась. Ну ничего, уже чувак. Смотрите, она неплохо валит и набила килл сколько. Как она быстро набивает килл. Сейчас мы тоже наберем много, и она не сможет нас обогнать. Ай, убила меня. Так, убили чувака. Теперь этого. Да почему? Приходится два раза стрелять. Ой! Да что за карма? Я не понимаю. Черт. Она меня обгоняет по киллам. О, зато убил его. Да отвалите, дайте мне пострелять хотя бы. Ой, ё-моё.
получай ты. Ой-ой-ой. Все, победа. Все, похлопали перед этим. Вот все, победа. Победили. Этих в смертельном битве. Санчес неплохо реально тащит. Она сборка неплохая, имбовая. Она все еще имбовой. Баланс не изменился. А, имбовая остается. Так что советую. Если у вас, конечно, есть золотые оружия, то ставьте. А если обычные, то ставьте, как у меня. Но не золотые, конечно, версии. Если нет у вас золотых. Вот. Если вам этот ролик понравился, ставьте лайки, пишите комментарии. Ну, с вами был Икраф. Всем удачи и всем пока!